Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться. Сегодня у нас веганский или постный рецепт. Мы будем готовить банановые оладьи. Здесь нет ни молока, ни яиц. Все очень просто, вкусно и совершенно постно. Нам понадобится мука, сахар, уксус, сода, картофельный крахмал и, конечно же, бананы. Желательно, чтобы они были очень спелые. Берем бананы, очищаем их от кожуры и складываем в чашу блендера. Затем погружной насадкой блендера разминаем их в пюре. Если у вас вдруг нет блендера и бананы очень спелые, то это все можно сделать с помощью вилки. Теперь берем глубокую миску и смешиваем в ней все сухие ингредиенты: муку, картофельный крахмал, сахар и соду. Добавляем туда же уксус, обычный столовый, посмотрите, как шипит сода. И затем складываем туда же банановое пюре. И теперь все это хорошенько перемешиваем до однородности, так, чтобы в тесте не было комочков. Здесь снова можно воспользоваться погружной насадкой блендера или размешать все это миксером, но я воспользовалась обычной столовой ложкой. Дальше, если сковорода у вас без антипригарного покрытия, обязательно добавьте примерно 1 столовую ложку растительного масла в тесто. Наливаем небольшое количество растительного масла на сковородку, хорошенько его разогреваем, можно воспользоваться силиконовой кисточкой и распределить масло равномерно по сковороде. Выкладываем оладушки с помощью столовой ложки и жарим до золотистой корочки с двух сторон. Чтобы оладьи хорошо пропеклись внутри, огонь должен быть относительно небольшой. Чем толще у вас получаются оладушки, тем тише должен быть огонь на плите. Выкладываем наши оладушки на тарелочку и украшаем свежим бананом. Вот такая хорошая альтернатива есть оладьи на случай, если вы поститесь. Они получаются вкусными, пышными и банановыми. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.